друзі, рада вітати вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – 19 грудня, День Святого Миколая Чудотворця. Я задоволенням представляю вам нашого сьогоднішнього гостя – настоятеля церкви святого мученика Іоанна Воїна Ієрея Андрія Чиженко. Отец Андрій, здравствуйте. Спасибо, Господи. Благословите, батюшка. Бог благословит. Отец Андрій, мы встречаемся накануне такого замечательного праздника, День Святого Николая Чудотворца. Святого Николая Чудотворца любит и стар, и млад, и, наверное, он известен не только в православных кругах, но и в католических, и в мусульманских, и в протестантских, и в буддистских. Ну, наверное, не хватит пальцев на руках и ногах, чтобы перечислить, кто не знает святого Николая Чудотворца. Совершенно верно. Вот Анита, вы очень правильно, очень хорошо сказали, что святитель Николай Чудотворец является, ну, наверное, после Пресвятой Богородицы самым популярным святым. Почему это происходит? Потому что как бы это было, во-первых, заложено еще Господом и Богом и Спасом нашим Иисусом Христом еще в его как бы рождении, потому что ангел Божий, который возвестил родителям святителя Николая Божью волю, что у них родится сын, родится младенец, он повелел им назвать его именно Николай. В имени Николай уже заложено как бы само суть его призвания – Ника и Лаос. То есть Ника – это победа, а Лаос – это народ. То есть его имя означает «победитель народов». И вот именно святой Николай, он явился победителем народов. Но в каком смысле? Не как грозный вождь, не как царь, не как Навуходоносор, скажем так, или Наполеон, уже более приближенно к нашему времени, а именно он явился победителем народов. Почему? Потому что он обладал в большой мере христианской любовью. Он обладал в большой мере как бы христианской добротой и христианским милосердием. И поэтому он как бы явился победителем народа. Почему? Потому что, ну, человек всегда чувствует любовь, которая направлена к нему. Вот, например, если мы посмотрим старца последних времен, в частности, отца Иоанна Крестьянкина, за ним ходили толпы народа. Я сначала не мог понять, почему. Я его лично не знал и не был в Псково-Печерском монастыре. Но когда я увидел, как епископ Тихон Шевкунов, будучи еще послушником Псково-Печерского монастыря, он снимал его на, еще даже на кино, наверное, не на видео, а на кино, ну, может быть, уже и на видео. То есть где-то это было 90-е годы, начало там, ну, начало 90-х годов, то было видно, насколько это человек любвеобильный. То есть он прямо искрится любовью, он как бы отдается максимально человеку. Он не просто там говорит теплохладно, да ну давай, иди, вот я дал тебе свет, иди. А он как бы вникает в жизнь человека, он как бы становится сам любовью, как бы сопереживает человеку до конца. И вот святитель Николай, чудотворец Мерликийский, он как бы тоже был вот именно таким человеком. То человеком, есть он, излучающим любовь. Любовь, и он как бы, он, понимаете, прямо кидался, если мы вот прочитаем его житие, которое не заканчивается с его смертью, потому что масса случаев, когда он помогал как бы людям и после смерти, совершенная масса случаев, вот, он буквально спешил на помощь любому человеку. Ну и помогает, может быть, и до сих пор, отец Андрей, он и будет помогать, совершенно верно, пока есть человечество. Конечно, вот меня поразило в последнее время одного архимандрита Троицы Сергия Лавры, он вспоминает, вот я часто вообще рассказываю эту историю, но она настолько поразительна, что она пронзает буквально до слез. И вот он, этот архимандрит, пострадал в сталинское время, и его отправили пилить лес в Сибирь. И он жил там на выселках, ну как бы не на выселках даже, и не в вольном поселении, а глубоко в тайге, там стояло где-то 20-30 избушек таких, где размещали заключенных, они знали, охрана, что они никуда не сбегут, глухая тайга, это моментальная смерть. Ну и как бы они там рубили лес, подвозили, подъезжали лесовозы, этот лес забирали. И вот в одну зиму очень сильно замело как бы эти избушки, и подвоз хлеба, подвоз продуктов был невозможен. И фактически эти люди, которые оказались в этих избушках, они были обречены на верную смерть. И этот архимандрит рассказывает, говорит, что уже после там недели голодания, говорит, я почувствовал, что мне уже хочется лечь, ну, и хочется заснуть. Я понял, что это близится смерть, это как бы моментально уже все.
пришел конец. И я, говорит, в последний момент, он так это описывает, говорит, я, говорит, вырвался из этого вот сонного плена, говорит, и в последнем таком каком-то экстатическом таком молитвенном вдохновении, порыве, как бы спасителем, встал на колени и сказал: «Святитель, отче Николай, помоги мне, помоги нам выжить, как бы в этой... спаси нас, да». И говорит, и я потом лег спать сразу, лег спать, я уже на волю Божию оставил свою, как бы, жизнь, свое существование, и, говорит, я уже тогда лег спать. И вдруг я просыпаюсь от громкого стука в двери. Очень громко кто-то стучал в двери. И когда я открыл двери, я встал, открыл двери, никого не было. Но на пороге стоял такой огромный мешок с чем-то таким теплым и мягким. Ну, и я увидел, что никого нет, и только цепочка следов по снегу идет к лесу. Ну, я открываю, говорит, этот мешок, а там дымящиеся ароматные хлебы. Только из печи. Ну, а я знаю, что это реально чудо Божье, потому что, ну, нету нигде-то печки, реально там нигде не было за сотни километров. Если вы понимаете, что такое Сибирь, то там, ну, там между деревнями 300 километров разница. То есть, как бы, там не могло быть нигде печи. Там подвоз продуктов провозился там раз в месяц и так далее. Ну, даже, и даже тот хлеб, который привозили заключенным, он не отличался, ну, да, высоким качеством? Да, да. А здесь как будто бы вот... ну, вот с любовью испеченный. С любовью испеченный. И нигде. Это реально небесный хлеб, чудо Божье. И он говорит, благодаря этому хлебу мы смогли продержаться там месяц или там две недели, пока пруха не закончилась, и мы выжили. И я очень четко понял, что это именно помощь святителя Николая. Я понял, что это он приходил со своим мешочком, как он изображается, вот как бы, и это было действительно так. Если говорить вот житие святой праведной блаженной Матроны, тоже был случай описываемый, когда тоже заплутали люди в пургу, то есть они сбились с пути. Это было где-то 40-е, может быть, 30-е годы прошлого столетия. И они призвали на помощь святителя Николая. И потом дальше продолжали себе идти, может, они забыли об этом и так дальше, и так дальше. Но вдруг, как бы, они услышали за собой стук копыт. И на санях приехал какой-то дедушка, и он их подвез к поезду, посадил на поезд. И только уже в поезде они поняли, что это был святитель Николай, чудотворец Мерликийский. Случаи такие были также и в войну, когда группа разведчиков, она... как бы была в пути, ну, то есть они перешли линию фронта, и немцы как бы их обнаружили. И они начали между ними и как бы группой уже советских войск стоял, была река. И они были прижаты группой немецких войск к болотам, как бы, которые были между рекой. И все, это была верная смерть. И вдруг, откуда ни возьмись, какой-то дедушка с бородой, лысенький, фуфаечки, крикнул, вынырнул. Одетый не роскошно. Одетый совершенно не роскошно, такой фуфаечки сермяжной, такой крестьянской. И он крикнул: «Эй, кто за мной, идите сюда, Господу помолимся. Кто за мной, Господу помолимся». И они пошли за ним, он их вывел, а потом пропал. И она, когда, ну, тогда люди росли уже без Бога, она, может, и не знала святителя Николая, но когда увидела икону в храме, говорит, это он, говорит, это дедушка, который нас тогда вывел. И вот говоря об этих случаях, то можно сказать, что как бы святой Николай очень помогает людям. И тому свидетельство не только есть в православном мире, ну, тот же самый Санта-Клаус, да, или Сент-Николас. Это ж тот же самый святитель Николай. Пусть он уже как бы, память о нем превращена в некую такую символическую фигуру, в некую даже мифологическую, скажем так, фигуру. Где-то уже атрибутика святого Николая, она пропала там, но само вспоминается, что как бы все равно это некий человек, да, для них сказочное существо, для православия это реальный человек, который жил, который помогает людям, который старается людей защищать и приходит к ним на помощь. И поразительно то, что как бы его почитают не только христианские народы, которые, ну, являются коренными христианскими народами из тысячелетней истории. Его очень сильно почитают и, например, мусульмане.
известны случаи, когда мусульмане, это априори иконоборцы, которые считают, что изображение Аллаха святых не может быть, ну, вернее, у них есть святые, так нельзя тоже сказать, но как бы изображение Аллаха невозможно передать. И они любую как бы икону, у них, видите, в мусульманском мире нет картин. То есть есть там только орнаменты растительные и так дальше, и так дальше. То есть у них иконы невозможны, икона как бы становится невозможной. Но на галерах турецких очень много стояло именно образов святителя Николая, икон святого Николая, потому что турецкие моряки знали, что он поможет. То есть они просекли, что если они со святым Николаем, то они могут беспрепятственно шествовать по морю, и святой Николай им всегда поможет. И понимаете, это же не просто, что он стоял, как бы, это значит, что они знали, и уже он им помогал, если мусульмане, турки, которые вот как бы это, они переступили через свою догматику, переступили через свои каноны, где-то через ислам, и поставили икону святого Николая, то значит он 100% им помогал. Ну, точно так же было и в чумах вот Ильина Найцев, или вот Мордвинов, вот каких-то тоже было такое. Вот путешественники на севере, они, заходя в чумы вот сибирских народов, они обнаруживали иконы святого Николая. Они спрашивали специально, а кто это такой? Кто это такой? Они говорили, это добрый дедушка, добрый старец, добрый дедушка. Он очень помогает и в тайге, и на охоте, и как бы людям помогает. Это некий добрый дедушка. То есть, и когда... даже в чумах бы именно иконы православные. Именно иконы, в чумах Николая. Язычников. Да, в чумах язычников были иконы православные именно святителя Николая. То есть они, являясь как бы классическими язычниками, не веря во Христа, они, скажем так, верили святому Николаю и знали, что вот именно этот человек, он, этот святой, придет к ним на помощь. Поэтому с этой точки зрения мы, как бы, николаевцы, имеем огромную честь, конечно. У нас огромная честь, потому что мы как бы названы, вот, да, город там, ну, сейчас Днепро, Днепропетровск, назван был в честь Петра Первого, там, Кировоград или там Елисаветград, там, понятно, тоже в честь исторических персон назван. А вот именно Николаев, это конкретно этот город, он был назван именно в честь святителя Николая. Здесь, конечно, нужно сказать о личности Потемкина, то есть графа Потемкина, потому что, несмотря на его как бы такие различные взаимоотношения и своеобразную жизнь, скажем так, то он был очень набожным человеком. И именно он назвал град святого Николая. Вот Николаев назвал град святого Николая, потому что он увидел очень доброе, он его очень почитал и увидел очень доброе предзнаменование в том, что одна из последних турецких форпостов на Черном море, турецкая крепость Ачи-Кале, которая в будущем станет Очаковым, она была взята как бы войсками, ну, она была взята именно в день святого Николая, то есть 19 декабря. Там была длительная очень осада. Длительная же осада, но именно она была взята в день святого Николая. И было увидено в этом предзнаменование как бы того, что над этим краем святитель Николай распростер свой святительский амофор. То есть нам, в принципе, николаевцам так особо тревожиться не стоит, потому что мы под защитой, да? Мы, ну, под защитой. Мы в домике, да, отец вот Андрей? Мы интересную историю развивали, знаете, вот перед как бы программой тревожиться не стоит с точки зрения, если ты веруешь и живешь по заповедям Божьим. Но когда ты думаешь, а святой Николай нас защитит, а сам продолжаешь, как в прошлое воскресенье было Евангелие, есть, пить и веселиться, и думаешь, что душу твою никогда не возьмут из этого мира, то Господь тебе ответит, безумец, нынче же душу твою возьмут у тебя, и кому ты это все оставишь. Поэтому, если смотреть на истории народов, то истории, то народы, вот кто знает, я говорю, хананеях, амаликитянах, моавитянах, филистимлянах, даже тех же самых финикийцев, которые нам оставили азбуку. Об этих народах как бы знают только, скажем, такие, ну, ученые, которые занимаются этим вопросом. Ну, а люди не знают, даже память стерта, скифы, сарматы, тавры, готы, гуны, масса народов, о которых почти ничего не известно. Почему? Потому что
как бы эти народы жили, ну, как бы они даже отступили от морали, не то что от Христа, а от морали. И то же самое возьмем, например, Византию, ну, допустим, те же хананейцы, они приносили человеческое жертвоприношение, и там, чтобы в доме у тебя было все хорошо, они замуровывали живого младенца в дом, например. То есть, если, допустим, им надо было идти на битву, то они по жребию выбирали ребенка какого-то знатного горожанина, и потом его убивали, приносили в жертву там Богу, ну, как бы их башкам, скажем так, и таким образом они шли в битву. Ну, то такие народы исчезли с лица земли, потому что на них как бы они внутри себя... Вопияла кровь безвинно убиенных младенцев? Совершенно верно, совершенно верно. Это вы такую цитату говорите немножко с апокалипсиса, откровения, да. Вопияли к Богу ко мне праведники, которые как бы, да, пострадали за Христа. Ну, примерно так, да. Вот. А если взять Византийскую империю, которая была все-таки разрушена, потому что ну, очень много уже было в конце разврата, падения нравов, то она просуществовала без малого несколько тысяч лет. Несколько тысяч лет просуществовала Византийская христианская империя, центром которой был Христос. Несколько тысяч лет? Конечно, да. Ну вот считайте, она возникла где-то, ну так, уже обоснованно, это император Константин, это где-то 320 год, 318 год, как бы и просуществовала. Ну, падение Константинополя это было 1340-й, по-моему, это где-то 14-е столетие. Вот прочитайте, да, что сколько она прочитывала. Ну, не несколько тысяч лет, это где-то около полторы тысячи полторы лет. Тысячи, полторы лет, тысячи да. лет просуществовало государство. Ну, почему? Потому что основа государственности, она была именно как бы в православии. Она была именно в православной. И когда отошли от веры, то последовало падение нравов и соответственно, гибель государства. И самое интересное, что вот война, как мы говорили о войне, что именно с приходом турков в Константинополь восстановилась православная иерархия. Именно турки-османы, они восстановили православную иерархию Константинополя, ну, святейших патриархов константинопольских. То есть, как бы, война и враги насылаются людям не как некоторое бедствие, но насылаются как некоторое наказание. То есть, это надо Может понимать. Может быть, даже вразумление? Вразумление, наказание, тоже падение того самого Иерусалима, когда он был захвачен войсками Навуходоносора. То есть, когда уже они поставили вот этих, о том мы говорили, башков ханаанских, поставили в святилище, в святое святых Иерусалимского храма, единого Бога. И когда это произошло, то уже последовало падение Иерусалима, скажем так. Но, дорогие братья и сестры, хочется сказать несколько слов о святом Николае и о том, почему его так любили люди. Ну, потому что он обладал наукой любви. В чем состоит православная наука любви? Вот что хотелось сказать. Да, есть же разные науки любви. Мы в эфире здесь, отец Андрей, иногда да. присутствуют у нас люди, которые весьма преуспели в науке любви, но это другая любовь. Это другая любовь, совершенно верно. Здесь мы немножко путаем любовь и страсть. Но вот именно хотелось сказать, в чем состоит именно православная наука любви. То есть, почему, что такое любовь, почему мы должны любить ближнего своего. Если мы посмотрим на как бы, православную догматику, то можно выделить несколько пунктов, там 4 или 5 пунктов, которые основополагающие нам говорят по догматике, почему мы должны любить ближнего своего. Кто такой ближний мой? Ближний мой – это все люди на планете Земля. Это не только мои родственники, мои мама, папа, брат, дедушка, а это как бы все люди на планете Земля. И вот первое, почему мы должны любить ближнего своего. Первое, потому что человек является образом и подобием Божиим. То есть любой человек является образом и подобием Божиим. То есть как бы человек, скажем так, ну, символически выражаясь, это икона Бога. Но всех людей любить невозможно, отец Андрей. Не, ну давайте мы разберем так, вот как бы, потом я вам расскажу. Чтобы успели, да, отец Андрей, да, потому что время-то летит быстро. Вот, да, хорошо. То есть человек является образом и подобием Божьим. То есть он сотворен из духа уст Божьих, как говорит книга Бытие. Адам взят из глины, то есть из чистой земли, и в него вдохнут дух Божий. То есть он как бы является уже образом Бога. Он как бы в миниатюре, скажем, это образ Бога.
Каждый человек на земле, любой человек. Второе, мы должны понимать, что любой человек на земле, почему православие обращается ко всем братьям и сестрам? Потому что любой человек на земле является нашим братом и сестрой. Почему? Независимо от веры. Независимо от веры, потому что все мы являемся потомками святых праотцев Адама и Евы. То есть в идеале мы все братья и сестры. Потому что мы произошли от одних прадедушки и прабабушки. Третье, что хотела сказать, что если говорить уже о православных христианах, то мы являемся еще и каждый из нас по таинстве крещения является сосудом благодати Духа Святого. Каждый из нас уже является живым храмом. Как говорил святой Верховный апостол Павел, вы суть храма Бога Живого, каждый из нас, каждый человек. То есть, как бы нанося оскорбление человеку, нанося какой-то урон, осуждение, злость, ярость, гнев, как бы на человека, мы тем самым, как бы, ну, то же самое, что взять молот и пойти разрушить стену храма. То есть между храмом святого Николая на Фалеевской, скажем так, и вот Иереем Андреем Чиженком или там Иваном Сидоровичем Остапчуком нету никакой разницы, потому что мы тоже являемся храмом Бога Живого, потому что мы сосуды и обиталище Святого Духа, скажем так. Вот. И четвертое, что хотелось бы сказать, кроме того, все люди, православные христиане, являются членами Церкви Христовой. А Церковь Христова что такое? Апостол Павел говорит об этом, что вы являетесь суть тела Христова. Церковь Христова – это тело Христова. То есть вы в едином тело Христова, а порознь – члены. То есть, скажем, вот я пальчик, там, вы глаз, кто-то является рукой, кто-то ногой. То есть мы как бы составляем, вот все человечество, все православные христиане составляют как бы клеточки вот этого тела Христового. Ну и то же самое, что уничтожая человека, или как бы, скажем, убивая его, или даже осуждая его, гневаясь, раздражаясь на него, мы тем самым, как бы то же самое, что взять там палец, положить и отрубить его ножом или топором. Как странно, отец Андрей, Бог есть любовь, святой Николай учит нас науке любви, а среди людей нет любви. Ну, среди людей нет. И даже не стремятся к этому люди. Ну, вы интересный вопрос задаете. Люди все равно часто к этому стремятся. Но если у святых праведников любовь, она является таким как бы чистым, да, прямым чувством, то, ну, как бы благодаря, или лучше сказать, злодаря первородному греху, который произошел у Адама и Евы, которых прельстил змей, этот как бы первородный грех, он вошел в человека и в любого человека, то есть он есть в любого человека, то он извратил человеческую природу, понимаете? То есть как человеческая бы природа повреждена, да, изначально. Да, изначально повреждена, то есть она как некий, этот грех, как некий рак, который метастазами пронизал любого человека на земле. То есть любой человек пронизан вот этими метастазами греха. И у каждого, вот по догматике интересно, что когда человеку при рождении дается святой ангел-хранитель, но также к нему прикладывается и бес, который уже изначально при рождении человека видит, к какому греху этот человек способен. И он начинает этот грех как бы изначально в этом человеке развивать, этот грех. И если, конечно, человек не молится, не исповедуется, не причащается, то к 10-11 годам это уже, ну, как бы, скажем, может быть состоявшийся грешник, которого, а к 18 годам, когда уже человек формируется полностью, личность формируется полностью, тогда попробует этот грех у него разбить. Понимаете? Поэтому вот из-за этого как бы происходят человеческие как бы нестроения, потому что Бог нас создал для чего? Если так кратко одним предложением говорить, для того, чтобы мы вечно соединялись с Ним, вечно обретали путь к Нему и вечно шли по вертикали вверх. Но человек при грехопадении первых людей, он куда обратился? Вниз. Ему важен не Бог, а что? Поесть, поспать, поблудить, важно как бы накопить денег, важна власть, важна гордыня, понимаете? Из-за этого как бы происходят вот такие вещи. То есть грехи, то есть не любовь, как вы говорите, да, не любовь. Но мы должны культивировать в себе любовь. Мы должны понимать, что именно в этом мы с Богом. Все тщетно. Если я там пощусь, молюсь, читаю кафизмы, может быть, это все тщетно, если я не имею в себе любви.
если я не развиваю в себе любовь. Потому что золотое правило морали, зафиксировано в Евангелии от Матфея, и заповедь Божия: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всем помышлением твоим, всем разумением своим. Возлюби ближнего своего, как самого себя». Золотое правило морали: «Делай людям то, что ты хочешь, чтобы делали тебе». Почему? Потому что я, он – это я. Он мой ближайший родственник, мы с ним соединены. Если я убиваю его, если я делаю ему что-то плохо, то значит, как бы я делаю плохо и себе, и я повреждаюсь тоже. Понимаете, в чем дело? Поэтому хочется сказать, что святитель Николай, чудотворец Мирликийский, великий искусник в науке христианской любви, нас учил этой любви. И чтобы всегда благодатный покров святителя Николая пребывал на этом граде, Бога спасенным, Бога избранным, и на всех нас, на всей Николаевщине. Спасибо, Господи. Святитель Отче Николая, моли Бога о нас. Отец Андрей, спасибо большое. Друзья мои, сегодня у нас в студии был настоятель церкви святого мученика Иоанна Воина иерей Андрей Чиженко. Мы говорили о святом Николае Чудотворце, но мы не только говорили о нем, мы говорили о науке любви, потому что Бог есть любовь. А святой Николай несет любовь всем. И очень хочется, чтобы не забывал нас святой Николай. Святой Николай, нам помогай. Це була розмова на тему «На все добре».